Есть мелодии, которые становятся легендами и не утрачивают своей популярности даже спустя полвека. Это видео как раз об одной из них, о любимой многими богемской рапсодии. В этом видео я расскажу историю создания этого хита и научу вас наигрывать богемскую рапсодию. Смотрите до конца. Мы очень любим общаться с вами в комментариях. Всегда читаем их, отвечаем на ваши вопросы, поэтому пишите обязательно, какие темы вам еще интересны, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. «Богемская рапсодия» — это шедевр, который написал вокалист группы Queen Фредди Меркьюри. Песня была выпущена в октябре 1975 года и мгновенно стала хитом, удерживая первое место в чартах 9 недель подряд. «Богемскую рапсодию» называют одной из самых притягательных рок-баллад в истории музыки. Многие на протяжении десятков лет пытаются разгадать тайный смысл загадочного текста. Некоторые связывают смысл строчек с событиями в личной жизни Фредди Меркьюри. Есть и те, кто не видит и не ищет в словах песни абсолютно никакого смысла. Так как однажды Фредди сам заявил, что это просто зарифмованная хаотичная абракадабра. В одном из интервью продюсер группы Рой Томас Бейкер рассказывал, если говорить честно, то никто, кроме самого Фредди, понятия не имел, что же выйдет в конечном итоге. Он делился воспоминаниями, как Фредди исполнил вступительную часть, сделал короткую паузу, после чего сказал: «А здесь вступает опера», и они ушли на обед. Гитарист Queen Брайан Мэй рассказывал, с первых и до последних нот эта песня принадлежит Фредди. Он как никто другой знал, что ему нужно. Мы лишь помогали автору реализовать его творческую мечту. Сам Меркьюри говорил о своем творении так. В некотором смысле «Богемская рапсодия» представляет собой ироническую пародию на оперу. А что? Я никогда не хвастался блестящими оперными познаниями. По словам близких Фредди, наброски «Богемской рапсодии» возникли еще в конце 60-х. Он записывал свои идеи на клочках бумаги и на страницах телефонных справочников. Но никто, кроме него самого, не мог разобраться в этом творческом хаосе, изложенном на бумаге. Queen вместе с продюсером записывали песню более 3 недель. Запись началась на студии Rockfield в уэльском городе Монмут. По воспоминаниям группы, Меркьюри, руководивший записью, полностью отдавался работе. Когда группа изъявила желание выпустить песню синглом, руководство лейбла EMI категорически отказалось, ссылаясь на то, что песня длиной в 5.5 минут никогда не станет хитом. Джон Дикон, бас-гитарист группы Queen, сделал укороченную версию для сингла, вырезав оперный кусок. Однако Фредди ультимативно заявил, что песня выходит либо целиком, либо никак. И отнес полную версию записи диджею с волны Capital, Кенни Эвериту. И тут понеслось. Уже спустя несколько дней слушатели атаковали музыкальные магазины с запросами на предварительную покупку пластинок. Понятное дело, что после такого ажиотажа руководство EMI было вынуждено сдаться, и международный формат был издан полноценным. Впоследствии Фредди Меркьюри говорил: «Мы ни на секунду не сомневались, что это потенциальный международный хит. Нам предлагали сократить его, но мы не допускали и мысли о разделении единого целостного шедевра на части». В 1985 году группа выступала на международном фестивале Live Aid с целью помочь собрать деньги для голодающих детей в Эфиопии. Позднее об этом легендарном концерте и, в частности, о выступлении Меркьюри с «Богемской рапсодией» будет снят одноименный с композицией фильм, который вышел в 2018 году. Сингл длится почти 6 минут, но мы сыграем одну из самых узнаваемых и мелодичных частей. Сам Фредди Меркьюри играл на рояле Бекштейн, который позже использовал для видеоклипа и турне по Великобритании. Мы же сыграем на цифровом пианино, но у него есть возможность настроить тембр, и мы выберем Bright Piano, чтобы сделать окрас фортепианной партии максимально схожим по звучанию с оригинальным синглом. Если вдруг по какой-то причине у вас еще нет цифрового пианино, то выбрать и приобрести его можно на сайте, перейдя по ссылкам в описании. Оставляйте заявку на консультацию прямо там или пишите нам в социальные сети, мы рады помочь с выбором. Итак, ближе к клавишам и ближе к делу. Сам Фредди Меркьюри играл «Богемскую рапсодию», перенося левую руку за правую, но ту версию, которую покажу вам я, можно играть 2 способами. Итак, яркий пример со вступлением. Фредди Меркьюри играл его, перенося левую руку за правую. Если вы так попробуете и вам будет неудобно, вы можете этого не делать и играть вот так. А теперь я сыграю ее полностью, но в более медленном темпе для того, чтобы вы успели разобраться.
«Богемская рапсодия» – легендарная песня с не менее потрясающей историей. Если она вдохновила вас, то не откладывайте мечты на потом, будь то покупка музыкального инструмента или что-то еще, о чем вы мечтаете. Мы всегда рады видеть вас в нашем светлом салоне в Минске. Но даже если вы из другого города, то имейте в виду, мы быстро, надежно и бережно доставим ваше пианино в любую точку России и Беларуси. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и делитесь этим видео с друзьями. Если среди них есть кто-то, кто тоже хочет научиться играть богемскую рапсодию. С вами был салон музыкальных инструментов Piano By. И я, Маша, всех обнимаю. До встречи в новых видео.